Всем привет, с вами я, Заз, и добро пожаловать на дюб в GTA Online. Первый ролик по багам, и сегодня я расскажу вам, как дюбнуть любую машину, которую можете найти на улице, и продать ее буквально один экземпляр, одну копию, за примерно 200 тысяч, если у вас открыт полный тюнинг, и у вас хватает денег, чтобы протюнинговать ее. Копии можно создать неограниченное число, буквально столько же, сколько у вас свободного места в гараже. Ну, поэтому вы можете заработать нереально огромные деньги за небольшое время. Этому багу уже несколько месяцев, однако сегодня я вам расскажу все подробно, так, чтобы вы не потеряли свои деньги в случае неудачной попытки. Начнем. Первым делом вам нужно проверить лобби, рабочее ли оно у вас или нет. Для этого вначале нажмите на Z, посмотрите, сколько на нем участников. Если на нем много участников, как у меня, аж две страницы, тогда это лобби, скорее всего, рабочее. Однако для проверки возьмите любую машину, которую найдете на улице, и припаркуйтесь на встречке, короче. В общем, с неправильной стороны. Далее идем к Джеральду, идем в список дел, находим от него приглашение. Если у вас его нет, позвоните через контакт. Принимаем. И как только загружаемся, сразу же выходим. Далее бежим как можно быстрее в машину. И отъезжаем на какое-то расстояние. Если вас выкинет из машины, то все хорошо. Значит, у вас правильное лобби, где дюб работает. Если же у вас ничего не происходит, как у меня сейчас, просто повторите попытку еще раз. Иногда это занимает раз 5-6, иногда стоит поменять машину. В случае, если вдруг все еще не будет работать, то я могу посоветовать лишь одно – поменять лобби. Буквально таким образом вы сможете найти то, которое работает. Так, снова Джеральд, принимаем. Готовимся выходить. Выходим. И бежим к машине как можно быстрее. Соответственно, уезжаем. Не волнуйтесь, если тут спавнится ваша машина, личный транспорт. Это как бы не влияет. Если же нет, то все хорошо. Так, как видите, ехать я дальше не могу, и меня реально выкинуло из машины. Если попытаюсь в нее вновь сесть, то меня пошлют с фразой то, что машина заперта. Запоминаем номер. Последние цифры 317. Зачем мы это делаем? Да просто потому, что сзади, там, где мы начинали миссию за Джеральда. Кстати, помимо Джеральда можно использовать Симона или Рона. Но Джеральд открыт с самого начала, поэтому не вижу смысла, так сказать, париться. Появляется дюб. Как вы видите, также 317. Что это значит? А это значит то, что это дюбнутая машина, и лобби наше подходит. Теперь, вне зависимости от того, ливнут из него люди или нет, вы можете в этом лобби дюпать сколько угодно. Ну и следующим шагом нашим является направление Лос Сантос Кастус, конечно же. И советую я выбрать именно вот этот. Будет очень удобно, если у вас где-то поблизости будет дом, но, к сожалению, так как я игрок новый, у меня дома поблизости нет. И мне придется ехать, так сказать, довольно далеко. Что ж, встретимся в Лос Сантос Кастус. Также хорошей идеей является подобрать какую-нибудь дорогую машину. Списочек, конечно же, можете найти в описании. Там примерная цена за один дупликат, который мы будем продавать. Это если полностью протюнингованный. Находятся эти машины на улицах города, так что, в принципе, совсем долго искать вряд ли у вас удастся. То есть быстро найдете что-нибудь хорошее. Когда приехали сюда, давайте еще сделаем одну вещь. Зайдем в меню и включим пассивный режим. Это позволит нам не беспокоиться о том, что кто-то придет по нашу душу. Теперь, почему именно этот Лос-Сантос Customs, вы спросите. Ну, потому что здесь это удобнее всего. Видите квадрат около моего заднего левого колеса? Паркуем нашу машину примерно так. Теперь идем в телефон, список дел, и вновь проделываем то же самое с миссией Джеральда. То есть мы заходим, сразу же выходим, и как можно быстрее бежим в машину. После этого сразу же стараемся заехать в Лос-Сантос Customs. И, соответственно, если вас выкинет обратно из гаража, то тогда придется повторить заново. Если как у меня получится заехать, то сейчас мы просто чиним нашу машину. И мы все еще пока, ребят, тестируем. То есть особо мы сейчас тратиться не будем. Мы идем в окраску, обязательно в основной цвет. Здесь выбирайте абсолютно любой, но самый дешевый будет классический. Ну и допустим, я не знаю, какой-нибудь вот такой поставим. Некрасивые, ну да ладно. Советую пользоваться скидками, когда они будут. То есть, например, сейчас. Теперь мы просто выезжаем. И что делаем?
пару секунд, буквально пару-тройку секунд, ждем, а потом поворачиваем камеру. Как вы видите, у нас не получилось дюкнуть машину, то есть ничего не появилось. Поэтому мы и, соответственно, не тратились. Специально мы не тратились, чтобы особо сильно, если в случае неудачи, так сказать, не расстраиваться. Опять же, повторяем все то же самое. Паркуемся примерно вот так. Идем в список дел. Джеральд, начать. Сразу же выходим. И бежим к машине. Садимся и заезжаем в гараж. Вновь берем и меняем, опять же, обязательно именно основной цвет. Ребят, это реально важно. Ну, теперь, допустим, вот на этот. Выходим. Вновь какое-то время ждем. Поворачиваемся, и вуаля, вот он, наш дубликат. И теперь мы готовы приступить, так сказать, к следующему шагу. А следующим шагом является, после того, как мы убедились, что все действительно работает, полная модификация по максимуму, насколько вам хватит денег, либо желания. Ну, оставьте какие-то деньги, потому что потом нам понадобится ставить трекеры, а они стоят какое-то количество денег. Кстати, вот сейчас обязательно не ставьте трекеры, ни в коем случае не ставьте трекеры, или бы у вас ничего не получится. Что ж, я вернусь, когда полностью по максимуму смогу промодифицировать. К сожалению, у меня невысокий уровень, и много денег я с этого не заработаю. Как вы можете заметить, я потратил все равно немало денег, и теперь мы можем покидать Los Santos Customs и направляться к любому вашему дому с гаражом. Возможно, даже достаточно доехать просто до гаража. Здесь я, к сожалению, не уверен. Вам нужен именно синий маркер гаража. Я думаю, он есть у всех. Очень удобно, на самом деле, если у вас дом где-то поблизости, но, к сожалению, я не такой богатый, купил самый дешевый дом, и он очень далеко. Поэтому встретимся, когда я до него доеду. Что ж, я добрался до гаража, и следующий наш шаг – это сломать дверь. Делается это для того, чтобы наша машина в будущем не деспавнилась. Для этого мы просто берем, открываем дверь, выламываем ее примерно вот так. Как видите, у меня это получилось далеко не с первой попытки, судя по вмятинам. И теперь нам нужно припарковаться так, чтобы при выходе из машины мы вышли ровно на синий кружок. То есть сделать это любым удобным способом. Ну, например, вот как-то так, я думаю, должно у меня сработать. Нет, к сожалению, не вышло. Меня он решил пересадить в обратную сторону. Собственно говоря, это может занять какое-то время, но рано или поздно у вас должно это получиться. Так, чтобы вы вышли и попали на синий круг, не двигаясь. Слишком далеко. Ну, в общем, это займет какое-то количество попыток. Что ж, у меня все-таки получилось. Сейчас у меня все вышло. Следующий наш шаг, как только зайдем мы в наш гараж, просто из него выйдем. Ничего нового, ничего сложного. То есть сразу же выходим назад и видим нашу машину. Что должно произойти? У нее должна восстановиться водительская дверь. Это главное. Как видите, все сработало. Однако, на всякий случай, мы же не хотим, чтобы у нас сейчас все-таки сорвалось. Мы повторяем этот процесс еще раз. Вы можете этого не делать, но скажу вам, это вы делаете сейчас на свой страх и риск. Я советую именно взять и повторить этот процесс дважды. Убедитесь, что у вас выломанная дверь возвращается на место хотя бы два раза. Это, так сказать, еще один уровень проверки. Собственно говоря, с этим гаражом проблем особо нет, а вот некоторые синие кружочки находятся за колонной, особенно у дома, у гаража, который находится прямо около Los Santos Customs, того им самого. Так что там это может быть даже более сложно. Но припарковаться, я думаю, рано или поздно у вас выйдет. Что ж, наш шаг выполнен, наша дверь восстановилась, все хорошо. Мы готовы для настоящего дюпа. Мы готовы возвращаться в тот же Los Santos Customs. Встретимся буквально через секунду. Что ж, вернувшись
обратно в Лос-Сантос Кастомс, мы вновь идем в список дел, идем к Джеральду, активируем, потом выходим, забегаем в машину и как можно быстрее заезжаем. Здесь будет одна очень важная деталь. Одна очень важная деталь, которую я вам сейчас расскажу. Заезжаем. Если вас вдруг выкидывает из гаража обратно, появится, скорее всего, дупликат. Однако, вы должны взять этот дупликат и обязательно, вот запомните, обязательно вернуться и проделать трюк с синим маркером. Это очень важно, иначе вы, опять же, потеряете деньги, которые потратили на тюнинг. Что ж, теперь мы ремонтируем, идем в окраску и в основной цвет. Меняем на любой, который вам понравится. Ну, например, вот этот. Я лучше беру самый дешевый. Далее мы что делаем? Правильно, мы берем и выходим. Даем, опять же, несколько секунд, чтобы машина заспавнилась. Только после этого поворачиваемся. И вот он, наш дупликат. Давайте называть машину, в которой мы сейчас, нашим оригиналом. Что мы делаем с оригиналом? Мы вновь выламываем ему дверь, для того, чтобы она не деспавнилась в будущем. А также желательно ее немножко помять и припарковать, например, вот где-то здесь. То есть мы вот вмазываемся в этот барьер, заборчик, паркуемся на рельсах, садимся в наш дупликат. И угадайте, что мы сейчас делаем с дупликатом. Так, давайте выключим радио. Промотал. Так. Отлично. Так вот, что мы делаем? Правильно, мы ставим на него трекер, однако делаем это очень аккуратно. Нажимаем любую клавишу, которая у вас влияет за вид назад, так сказать, камера назад. У меня это на клавиатуре это C. Медленно заезжаем, не теряя взгляда с нашей машины. Не теряя взгляда с нашей машины, заезжаем. Ну, придется немножко отремонтировать, потому что я кривой и врезался. В этот раз мы можем либо продать машину, и как видите, я за нее заработаю аж 78 тысяч. Я считаю, что это очень неплохо, учитывая, что у меня уровень меньше 15. Ну, меньше 20 точно. Но лично я хочу немножко потюпать и поставлю на нее трекер. Трекер поставлен, все, предмет наш куплен, мы можем выходить из магазина. И теперь этот дюпнутая машина уже наша в любом случае, и мы ее не потеряем. Что мы делаем теперь? А все верно, повторяем процесс. Теперь эта дюпнутая тачка уже, как видите, на карте отображается нашей. Мы же берем, садимся в наш оригинал, звоним, угадайте кому. Конечно же, опять же, Джеральду. И повторяем это столько раз, сколько у вас хватит места в гараже, ну или сколько вам нужно. Ну давайте это сделаю при вас еще один раз. И буквально на этом закончу свой сегодняшний ролик. Кстати, я не уверен, то, что нужно продавать машины прямо сейчас. Потому что сейчас же идет скидки, которые кончаются 14 числа. Поэтому я советую дождаться все-таки окончания. А также напомню, что нельзя продавать много машин подряд. Извините, ВК, это мое. В общем, нельзя продавать много машин подряд, вас могут забанить, поэтому будьте с этим очень аккуратными. Ремонтируем. Идем в покраску. В окраску, основной цвет. Классический, меняем на любой. Поменяли, отлично. Выезжаем из Los Santos Customs. Несколько секунд ждем. Видим наш новый дупликат. Надеюсь, то, что мы его видим. Да, вот и наш новый дупликат. Вновь ломаем дверь, вновь ставим трекер и повторяем этот процесс столько раз, сколько вам угодно. Ну, я думаю, на этом я, пожалуй, закончу. В общем, ребят, надеюсь, вам этот гайд помог. К сожалению, на русском языке я не видел настолько подробного гайда и описания этого дюпа, такой, что прям 100%, и вы не ушли в минус. Поэтому поставьте лайк, ребят, если вам действительно помог. Пишитесь на канал за новыми багами, интересными секретами GTA 5 и онлайн. Ну а с вами был я, Заза. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Всем удачи и всем, конечно же, пока. Не попадитесь обязательно на дюпе, не забаньтесь. То есть продавайте где-то машину раз, ну, часа в 3-4. Это будет, мне кажется, оптимальное время, а лучше вообще раз в день. И ничего тогда точно бояться вам не придется.